Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Римас, мы продолжаем свои приключения в Arma 3 Altis Life. Ну что ж, друзья, я нахожусь далеко-далеко от Кавала, от всех этих вот всяких непонятных движух. В общем, мы находимся прямо возле пещеры. Да, в игре есть пещера, в арме, мне кажется, есть даже несколько. Так, подождите, Чего? Друзья, у меня какие-то сомнительные люди. Мне какие-то сомнительные люди подарили мне этот грузовик, можно сказать, этот хаммер. Ну, как его правильно похищен? Че, монстр трак, короче. Если меня найдут, меня шибанут просто. Моя задача сейчас дойти, доехать до перебивки и там перебить этот номер. Ну, номер двигателя, чтобы сделать этой машину моей. Потому что этой машины нет в продаже. Она раньше была, и она сейчас считается как редкий товар, можно сказать, да? Ну, да ладно, давайте сейчас вам покажу сначала... как его? Этот гребаную пещеру. Где тут вход? Я уже забыл. Я только что вышел отсюда, а теперь забыл, где тут вход. Сейчас. Вот сукини дети, а знаешь, что я. Ладно, хорошо. Вот он, друзья, пещера. В принципе, можно отсюда зайти сверху, посмотреть, что там, да? Можно еще попытаться. Ух ты, самое главное не упасть. Тихо. Ой, 92%. Смотрите. Вот так вот. Можно, в принципе, отсюда заходить. Можно еще и отсюда зайти. Здесь, кстати, скелетики всякие. Интересные прям. Охранники. Да. Так, ладно, у нас еще новая... Ну, такая, знаете, маленькая пещера. Здесь ничего такого интересного. Просто сюда можно, в принципе, бомжей завести, ментов вызвать и потребовать за их головы выкуп, все, и держать все эти точки. Сверху могут штурмануть нас, конечно же, но и оттуда. Короче, понятно. Ладно, погнали. Че, я устал, что ли? Нет, вроде не устал. А, я просто поднимаюсь, поэтому не могу так нормально подняться. Спокойно, сейчас поднимемся. Прекрасно. Ну, конечно, я классно упал. Я неправильно залез с этой стороны, да? Ладно, погнали. Короче, ладно. Меня подставили. Как вы поняли, меня дали машину и подставили. Хорошо, мне надо либо... Ну, я от машины не хочу избавляться. Смотрите, как она ездит прям. Просто класс. Короче, наша задача доехать до... перебивки вот сюда вот. Сейчас мы выйдем вот в эту точку и попытаемся дойти. Так, а где у нас точка прибытия? А так, у нас GPS работает, да? Чуть не могу GPS включить. Тьфу ты, ядрит твою налево. Сейчас, подождите. У меня же 81%. А, починить получится, прекрасно. Блин, красная машина, она довольно видная. Возможно, меня сейчас перехватит, как он, бомжи. Сейчас быстренько отремонтируемся и продолжим свой путь. От первого лица на этой машине не так уж, как говорится, удобно ездить. Надо нам просто съехать куда-нибудь. Так, вы отремонтировали машину. Закрыть ее. Она вообще неуправляемая, если честно. Потому что я кое-как до сюда ехал. И она как-то прыгает непонятно. Ну-ка, если вот от первого лица. Видите, вот как-то. Хотя можно, в принципе, аккуратненько спуститься. Прямо на дорогу выехать, да-да. Оружие надо, видите, всякие бракаши уже. Вернее, этот. Торговцы оружием предлагают свои услуги. Так, спокойненько, спокойненько. Аккуратненько. Тихо. Вот так вот. Блин, она вообще неуправляемая. Сейчас посмотрим.
Так, значок маркера. Мы находимся здесь. Я думаю, если мы по этой дороге прямо доедем, вот прям сюда. И отсюда вот так по дороге. Можно, в принципе, попробовать срезать. Но срезать я не буду. Так как я не уверен, доеду ли я вообще. Потому что там есть всякие ямы, всякие камни. Смотрите, какая классная остановка, да? Да, кстати, друзья, я уже говорил. Кто не знает, кто не в курсе, разработчики переработали кое-какие текстуры. Карту доработали. Теперь игра чуть-чуть красивее выглядит. Хотя многим не понравилось почему-то. Но у меня понравилось. И самое интересное, что они еще и оптимизацию туда завезли. То есть у меня сейчас показывает 62-59 FPS. Конечно, когда вы находитесь где-то там возле Ковалы, либо, собственно, в самой Ковале, то там все зависит от нагрузки сервера. То есть от сервера тоже зависит. Ну и FPS немного иногда падает. Вообще машина неуправляемая, поэтому я слишком быстро ездить не буду. Сейчас, походу, менты за нами будут еще гоняться. Так. Котлован какой-то, да? Вообще огромная карта. Нормально. Так, 441 метр. Нам надо перебить тачку быстренько. Вроде бы с собой, да, деньги нужно брать. Хотя на перебивке, возможно, мне уже ожидают. Сейчас посмотрим. Блин, вообще не управляю машина, вот это жесть. Я если чуть-чуть разгон буду брать, все, я не смогу ничего сделать. Машина же гребаная красная, она такая видная прям. Так, может, доехали, да? Почти. Перебивка, сейчас доедем до банкомата. Снимем денежки, 2 километра осталось. Погнали. Зеркала работает, все прекрасно. Блин, классно все-таки тачка. Я ее, как говорится, для энциклопедии, для коллекции, вернее, оставлю. Спокойненько. Вот, вообще не могу управлять ей. Так. 2 км, да? 2 км. Тихо. Скорее всего, меня уже на перебивке ожидают. Но наша задача сейчас быстренько успеть. Вот видите, какая она неуправляемая. Возможно, из-за того, что она неуправляемая, ее убрали. Возможно, не знаю, что-то еще. Может быть, она какая-то читер, да? Так. Спокойненько. Гребаная метка пропадает. Так, 1 километр до этого, да? Там вроде бы чисто, никого нет. Друзья, задача такая. Перебить машину, поставить ее в гараж. Все. И она будет моей. Она пока не мне принадлежит. У меня всего лишь навсего ключ. От нее отдали. Ну как отдали, я там, короче, провернул одну аферу. Так. Спокойненько, только не разбивайся, Римас. 0,5 км осталось. Ментов много, интересно, на сервере? Вроде немного. Жесть. Просто жесть. Все-таки физика, конечно, недоработанная чуть-чуть в арме. Так, чисто, да? Вроде чисто. Вроде все чисто. Закрываем тачку. Я не знаю, сколько денег нужно для перебивки. На всякий случай возьмем 1020. Могло, чтобы меня не гопнули здесь. Так. Прекрасно.
теперь идем на перебивочку. Где там она у нас? Справа, да, вроде должна быть. Да, здесь чисто. Перебивка, перебивка, перебивка. Да вроде чисто, никого нет здесь. И ложки, ёптать. Сейчас перебьем тачечку просто, Вася, делаем раз-раз и на матрас. Вроде засады нету. Так, музыку остановлю. Ее что, нельзя перебить, что ли? А, я не знаю. А что я перебиваю-то? Я вроде эту тачку должен перебить. Спокойно. Ну-ка, сейчас посмотрим. 20%. Но у меня вроде бы не отмечалась та тачка. А что-то перебивается. Так. Вроде нормально. Так, у меня 76% хп. Сейчас, ребят, без музыки, без музыки. Сейчас я быстренько тут посмотрю. Если кто-то зайдет, я его застрелю сразу же. Потому что это охотники. За этой тачкой. Процентов. Давай еще, давай, 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 давай. Ну, сейчас посмотрим, как она вообще будет. Перебьется, не перебьется, станет ли она наша или нет. Я даже не знаю, как узнать, стала ли она наша или нет. Все вроде, да? Здесь уже обрабатывается. Да ладно, хватит уже писать там все это. Да, господа, вроде бы я перебил. Не знаю, не знаю. Ладно, поехали в ковалу. Хвостом своим помотаем, посмотрим, какие вообще наши граждане внимательны или невнимательны. Так, где мы находимся? Да, все, в принципе, прямо по дороге. Выйти на дорогу. И направо, и прямо, 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 прямо. Погнали. Чего там разрешаем? Это, походу, там кого-то заложника захватили, по всей видимости. Ну, а что так, крутая тачка, да? Ну, мне кажется, по таким ровным дорогам она, не знаю, таидрит твою налево. А я сейчас прям в гараж, прям мимо ментовской, ёптать, проеду. Ой, сло. Тихо, 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 тихо. Слушайте, здесь кто-то ездил уже, смотрите. Знаки позбивали. Так. Наша задача, ребята, машину поставить в гараж и все. С Пирга съехать не буду в другие города, так как там эти повстанцы еще жестче, чем менты. С повстанцами вообще нельзя шутить, там и сразу застрелите нахер. Тихо, тихо, блин, какая она неуправляемая, а? Вот это, конечно, поворот у нее. Так. Угнал тачку, ёптать. Всех бомбить, наверное. Я правильно еду, интересно? Да, правильно. 1 км, ребят, 1 км до ковалы. Вот это красота. Сигнал, конечно, у нее какой-то непонятный. Вот и ковала. Так, бензина хватает вроде.
Сейчас самое интересное будет. Ай, заехал в ковал, уже 43 FPS не надо местами. Так, здесь у нас радарчик, да, происходит, стоит. Опа, там менты. Тихо, там менты. Слушайте, а где я нахожусь? Друзья, там менты. Нам надо повернуть направо и заехать в гараж, в гребаный гараж. Вот сюда. Спокойно. Они, походу, меня увидели. Спокойненько. Спокойно. Они, походу, меня потеряли. Так, все. Выходим на трассу и сразу в гараж. Суки, не дети. Сука. Блин, до гаража не успел заехать. Так, я свалю. Сука, блин, до гаража чуть-чуть оставалось. Ну что, будем надеяться, либо я взорвусь нахер, либо они взорвутся. Одно из двух, я останавливаться не буду. Сколько у меня там водитель Римас? $322 штраф. Хрен с этим штрафом. Так, уходим. Блин, такое ощущение, как будто они отстают. И бомжи, ептать. Так, я свалил. Я вроде свалил. Сейчас, через КППшку тогда через другой город поедем. Твою мать! Так, ладно, быстренько ремонтируемся. Спокойно. Так, давай. Починить. 15, 17. 20%. Возможно, они вертушку подняли уже. Давай быстрее. Там машина какая-то едет справа от меня. Я не знаю, что там едет, но у меня вид от первого лица. Сука. Приехали. И с тобой сигурю. Сдаюсь. Все, сдаюсь. Кто такой? Не знаю, тут какая-то тачка подъехала, говорит, отремонтируй ее. Я что-то перепугался, вы там с пушками, я думал, вы гопники. Ага, гопники. Ну-ка документики покажи. На рядовой арте. Держи. Я и пиди. По мне стреляли. Так. Кто по вам стрелял? Кольцо пробили. Кто по нам стрелял? Не знаю, кто-то, говорит, по мне стреляли. А чё, о чем проблема-то? А проблема в том, что у вас есть пистолет. У вас есть на нем лицензия? Конечно. Есть. А вы не против, если я его тогда проверю? Да, пожалуйста. Так, а что с моими руками? А с вашими руками не знаю. Это вы, наверное, показываете, насколько вы попали. Вот настолько. Диспетчерская. Я перепугался. А что с моими руками, реально? Собрать. У нас тут человек, пробить его по базе данных. Есть у него лицензия. Да, диктую. Гражданин Римас. Да. Все, гражданин, сейчас пару секунд, подождите. Я не стал по ним стрелять, потому что это жестко было. И меня бы застрелили. Могу не жить? Почему? Это вы за мной гонялись или гопники? Я не понял. Мы слышал, тут какие-то люди, переодевшиеся в ментов, они там... Почему не остановились на требования полиции?
Ну так какие-то есть другие люди, типа в полицейских переодеваются и начинают там всех шатать. Ну, я испугался. Ну, другим-то громкоговорителем они не умеют пользоваться. У нас там такая система защиты стоит. Они не умеют пользоваться громкоговорителем, не умеют пользоваться мигалками. А, понятно. У нас там секретный хорошо с сиденьем. Буду знать. Ну что, я понял, а что машину-то забираете? Мне ее подарили. Сейчас, сейчас, подождите. Сейчас еще не пришел ответ от диспетчера. Есть у вас лицензия или нет на руке? А, хорошо, хорошо. Вообще сводочка прошла то, что он ворованный у нас. Монстр. Да, было такое дело, да-да-да. Ну, мне его подарили. А, кто вам его подарил? Кто подарил? Да поп какой-то. Поп. Во имя, говорит, ты там Святого Духа что-то мне втирал, я отдал эту машину. Да, просто вам будто ориентировочка пришла, что этот монстр-трак был угнан, в общем-то. А, ну я видел объявление, я вот как раз вам его увез, вот, потом перебугался. Что-то вы куда-то в другую сторону его везли. Полицейский участок там, а вы ехали куда-то туда. Ну, говорят, полицейский участок же перенесли или нет? Хозяин забрал свой мусоркак. Все, забрали. Так, ну все, там что-то там диспетчер. Так, мусоркак же на мое имя написан. Диспетчерский, прием, прием. А, Трубан. Ну что там, пробили? Я не знаю, это было. Ага, все, есть, да, лицензия? Все, есть лицензия, хорошо, принял. Так, в общем-то, все, у вас есть лицензия? Конечно, есть, я чистый, как не знаю кто. Да-да, чистый, хорошо. Ну, понимаете, это моя работа, нужно было проверить. А я так влюбился в этот монстр кар. Ну, мы пока его до выяснения-то обстоятельства. Ой-ой-ой-ой, что там такое? Стойте здесь. Что-то, ребят, какая-то жизнь там происходит. Спайки, прием, что там у тебя происходит? Да монстр-трак сбил человека, поехали за ним. Все, гражданин, вы свободны, на попутках доедете? Да, хорошо, хорошо, доеду, конечно. Слушай, мент, у вас там тачку угнали, Если бы не тачка, я бы вас за мента посадил. Газуй. Давай, я сейчас за ним поехал. Газуй. Так, сейчас дверь откроем. Здорово, чувак, можешь с тобой? А ты кто? А ты как сел ко мне, ебать? Вот так вот сел и все. Подвези, а пожалуйста. А куда надо? Да хоть куда, в Ковалу. Или ты что, за ними? Ну я вообще за водой ехал. А что, воды не хватает? Ну у меня в саду воду отключили. Я хотел в Софийский район ехать, номер 9, узнать, что там по воде. Блядь, стреляют, ложись! Ага, осторожно. Ложись на землю! Жестяк просто. Ты видишь, да, этот беспредел? Бля, по нам стреляют! По нам стреляют! Ты где? Лежу! Машину, слышь, там поп-поп наяривает, смотри! Ой, сука, я ему сейчас пострелю, на. Смотри, там поп, прикинь, захерачил ментов. Сейчас у меня есть пукалка. Давай, где давай. Вот-вот, за кустом. Где? Не вижу его. Вот он, за кустом, возле машины. Видишь его? Сука, стреляй в него. Ложись. Я попал в него! Да. У тебя есть еще крупнокалиберная? Давай. Нет, Макар только и все. Давай стреляй. Он там ментов перехерачил, походу. Бля, ну я со своего тазера не попаду в них, слышь. А, сукин сын. Слушай, отступаем, я вообще не попадаю. Машину, отведи назад. Так. Вот гасится, зараза такая. Попал в него. Ментов вызывай. Ты слышишь меня? Его походу убили.
Ах ты, сука! У меня все-таки зараза. Жестяк просто. Вот это перестрелочка, да, друзья? Обалдеть. Короче, он какой-то неадекват, этот поп. Взял, захератил. Я не... А он, походу, с этого, по звуку, он с крупнокалибера херачил по нам. А что я со своим, блин, макаром? Ничего не сделаю. Надо с калашом ходить, короче говоря. Блин, вот это, конечно, жесть. Вот это приключение. Эх, ну чё, будем медиков ждать. Либо этот, ну, пока что у нас идет операция. Я надеюсь, менты уже подъедут, убьют этого. А что, нас поднимут? Нет, всё это. Так, ну что ж, долго жду. Долго, друзья. Придется, как говорится, заканчивать на этом серию. Ну что ж, я, конечно, отстреливался. Ментов поубивали там, конечно, бедных. Мужики, есть кто живой, нет? Чувак просто жестко всех расстрелял. Ладно, друзья, это была очередная серия Altis Life, Arma 3. У микрофона был Римас. До скорых встреч. Всем пока. Нафиг мы высадились, да? Может, вы уехали спокойно? Че, тебе тоже хлопнули, старый? Да уж. Походу, я долго буду ждать. Ладно, всем пока.